у вас написано? Да. Представьте саму идею. Мы только что сели и сами прилетели, откуда мы хотели, куда мы хотели. То есть мы. И мы сейчас примем решение, мы полетим дальше по делам или мы останемся поужинать. У вас достаточно много людей путешествуют, и они связаны деловыми, родственными связями буквально за границей, которая он находится в километре отсюда. И людям добраться, если нужно, в Италию или ехать на машине, то есть стоять на границе, ехать далеко или куда-то, опять ехать во Львов или в Киев и лететь самолетом. Вот она под боком. Но смотрите, вопрос в следующем. Ужгород, Бруно, 1:45. 1:45, все. Это, что еще нужно вот объяснять? 1:45, Ужгород. Кошицу отсюда, ну, 20 минут. 20 минут. То есть мы можем сейчас, грубо говоря, подать свой план и через 20 минут быть в Кошице. И так можно приводить кучу примеров. Ну, какие еще преимущества вам? Какие, ну, что еще надо вам, чтобы начать летать?